Сегодня у нас была премьера, новый фильм Чаплина «Новые времена». Что вы скажете, ваши впечатления? Ну, на самом деле это потрясающе, потому что, понимаете, мы много раз вместе делали, я теперь уже, наверное, могу говорить «мы», вместе раз много делали «Малыша» и «Огни большого города», да? И когда появляется что-то новое, ждешь этого с опаской, честно говоря. Причем по музыке это самое сложное, что может быть из трех этих фильмов, да? Получилось. Вот это получилось. И здесь в этом фильме есть сложность сочетания живой музыки со сцены и каких-то фрагментов, сделанных Чаплиным со звуком в фильме. Тоже получилось. Главное – это настроение, с каким ребята это играют. Они относятся к этому неформально, и это слышно, и слышно всегда. Заранее могу сказать, что дальше это будет меняться. На следующих показах это будет по-другому. И вот это хорошее свойство нуара и, честно говоря, фильмов, которые позволяют это с ним делать. Поэтому, ну, какая-то радость от этого, вот просто личная какая-то. От всей души ребят поздравляю и желаю им и новых времен, и новых чаплинских, и не только чаплинских фильмов.